Уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здравия и добро пожаловать на рыбалку. Перед поездкой на рыбалку заехал в магазин, хотел купить мормуша. В конечном итоге мормуша в магазине осталось всего-навсего 250 грамм. То есть вот один маленький такой коробок заполнил и все. А здесь как бы специфика водоема такая, то что если лунку мормушем не закормишь, то как бы соответственно и рыба не особо хорошо подходит, что лещ, что окунь. То есть все равно. Ну в общем поэтому решил немного похимичить с прикормкой. Взял еще немного кормового мотыля. Ну, совсем немножко. Вот. Дальше посмотрел одно видео по фидеру. В общем, используют ребята корм темного цвета. Вот такой вот взял сразу же большую пачку за 190 рублей. Тут 2,5 килограмма. Ну и сейчас буду замешивать вместе с сухарями. Вот уже немножко сухарей в ведерко себе наварил. И сейчас, вот обычные такие сухари. И сейчас все это дело замешаю. Сейчас я ее залью водичкой и замешаю. И пусть она у меня постоит и немножко набухнет. А потом мы туда уже добавим мотыля, чтобы мотыль у нас не сдох раньше времени. Вот такая вот. Пускай стоит, набухает. А мы пока пойдем настроим удочки. Прикормочка у нас набухла. Так что ее можно еще дополнительно перемешать, чтобы она была более воздушной такой. Добавим сейчас мотылька сюда. Есть что есть. И снова перемешаем. Достаточно качественный кормовой мотылик. Цвет прикормки такой достаточно приятный. Ну и все. Я думаю, что рыба должна оценить ваши старания. Закармливать буду, как обычно. Только мормуша будет немного. Здесь 1/3. Кормушечки мормуша и остальное плотничком этой смесью. Вот так все и на дно приподнял примерно на метр, может чуть больше. Сейчас жду, пока она отцентруется, и все открываем. Начался, ребят, противный дождик. Вроде как обещали, что растянет тучки. Немножко расскажу о снасти, с которой пойду на первый круг. Значит, удочка самодельная, сторожок из карбона тоже самодельный, и два мормуша на паровозе, то есть на отдельном поводке. Вот такой мормыш. И вот такой вот еще один экспериментальный. Ну, пойдем проверять. Бултычок. О. Есть.
Ух. На верхнего мормыша попал. Тихо, тихо, тихо. На верхнего мормыша клюнул. Подлещик. Хорошо как присосался. Какая удочка у тебя. Володя, да, тебя зовут? Да. Мне про тебя этот говорил. Юрка, местный-то. Угу. Первый круг с мормышем принес мне две рыбки, и одну я немного протащил. Сейчас решил взять гвоздишарик и по-бырому тоже пробежаться по лункам. Посмотрим, может быть, на гвоздишарик рыбка откликнется. Но если не откликнется, тогда возьму камеру, посмотрю, вообще рыба есть тут или нет. Что, дорогие друзья, пока я тут пытаюсь поймать рыбу, товарищ уже рыбу поймал. Вот такого вот окуня. Вот рука. За челюсть? Угу. Наполовник. Сейчас повыше его подними. Вот такой. Вот такой это куняра. Сейчас мы его взвесим. Посмотрим, насколько он потянет. Ну ты рад? Рад. Думаю, 800 грамм должен весить. Сейчас взвешим. Зашел. Да глаз алмаз. 795. Глаз алмаз. 795 грамм окунь. Вот, ребята, за такими карасями я сегодня сюда приехал. Но, к сожалению, у меня они пока не клюют. Но еще не вечер. Еще не вечер. Еще подождем.
На улице вроде бы как бы и тепло, но ветер дует очень сильный. Поэтому я, наверное, сейчас все-таки курточку переодену, чтобы мне все-таки спину не продуло. Ну и продолжим рыбалку. Подводную камеру я запустил. Под лункой показывает лещей, показывает носорогу. Под одной из лунок показала пенек, такое прям здоровенное дерево. И окуни там плавают. Но, к сожалению, пока что рыба на мормышки не реагирует. Ну ладно, сейчас курточку поменяю и попробуем дальше половить. Ребята, я уже собирался уходить, все вещи собрал, оставил только удочку с флюорокарбоном 2.08, и тут кто-то оставил лунки, я решил по ним пройти, и в конечном итоге смотрите, что у меня вышло. Видите удочку, как я закрепил, а лунка вон там, и там лунка, представляете, вот так вот, и сел лещ, а лунка там на 100, и надо его сейчас как-то будет доставать. Короче, кошмар. И клюнул на самодельную мормышку. Так, что же делать-то? Вот две ходки, наверное, надо сначала аккуратно подойти. Так, камеру я, наверное, оставлю здесь. Оттуда. Короче, я надеюсь, вам будет видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сейчас заводить его, кошмар.
Так. Что же с ним делать-то, а? Как же быть-то? Надо рассверливать лунку. Короче, ребят, я потерпел поражение. Сначала у меня сел пауэрбанк прямо на льду, потому что холодно. А потом лещ вертанулся, оторвал мормышку и слетел с багра. Но я его не сильно багрил, поэтому, когда я его, получается, подцепил, то вода тут прозрачная. Крови не было, соответственно, лещ ушел в свояси. Вот. Ну, а у меня вот такая вот конструкция получилась. То есть сверлил я очень аккуратно, сразу же, уже видите, с перегородкой. Получилось у меня с первого раза, грубо говоря, так сделать. А какой был лещ, а? Под двушку точно был. Вот так вот. Обидно, но, конечно, такую рыбу доставать из такой маленькой лунки, я думал, пробегусь, окуньков, может, каких-то еще половлю под конец рыбалки. А тут, здрасте, распишитесь, клюнуло. На новую самодельную мормышку, кстати, клюнуло. Тащил буквально по сантиметрам, вот так, вот так, вот так. Камера у меня была уже упакована. Ну что ж, достойно сражался, достойно выиграл, пусть живет. Но мы тоже достойно сражались, проявляли чудеса находчивости, но достойно проиграли. Но я думаю, на этой ноте уже точно можно ехать домой. В общем, у меня на этом все, ребят. Увидимся с вами в следующих видео.